Приветствую всех на моем канале. Вот такая красота у меня распустилась, практически уже вся. Осталось три бутона, которые, я надеюсь, в скором времени тоже распустятся. Смотрю на нее и не могу оторвать глаз, не могу на нее налюбоваться. Вот решила и похвастаться вам. Очень красивая, очень нежная. Цветочки у нее гораздо крупнее, чем у всех остальных моих орхидеек. Такой сорт. Распустилась недавно она, но надеюсь, несмотря на жару, скоро лето, у меня очень жарко, это южная сторона. Очень солнечно, спасаю свои цветочки, жалюзи закрываю вовремя, хотя бы не так обжигает их солнце. Но, как известно, что в сильно теплом климате цветочки долго не держатся. Ну, посмотрим. Надеюсь, хотя бы пару месяцев она меня порадует. Горшочек у нее уже маленький, ей она уже с него выросла. Пора бы, конечно, пересадить. Но, наверное, подожду еще пару месяцев с пересадкой. Чуть-чуть она отцветет, начнет отцветать, тогда пересажу. Жалко, боюсь, что скинет цветочки. Поэтому пока еще потерплю. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. До свидания.